Всем привет, друзья мои! С вами я, Светлана. Да, Светлана собралась кайфовать. Одела каблуки. 100 лет их не одевала, но надо же их как-то выносить, да? Почувствовать себя женщиной. Когда мы одеваем каблуки, мы и женщинами чувствуем себя. Не знаю, холодно, замерзу или нет, но я все в надежде, что вечер удастся. Начинаем наш репортаж. Сегодня будет очень интересно. Необычно. Почему Катя спрашивала вчера про этот садик? Потому что вещи все такие. Наши девочки красивые. Наконец-то мы собрались. Две девочки не пришли из-за болезни, а другая уехала на Украину. Сели мы в кафе-ресторане Midpoint, который находится на территории Марины. Посмотрите, как переполнено все. Но, к сожалению, здесь нет танцев. И в тех ресторанах, где танцы, нужно бронировать все заранее. А был субботний вечер. Все так красиво вокруг. Мы решили поужинать здесь. И затем перейти в ресторан, где есть музыка. К сожалению, меню сейчас в ресторанах не подают. Ну, в этом ресторане не подали нам. А как мы заказали еду? На каждом столе наклеен QR-код. И по этому QR-коду мы входим в онлайн-систему и заказываем. Конечно, очень неудобно, потому что это все в таком уменьшенном масштабе было. И мы все сидели... И от разнообразия блюд разбегались глаза, но в итоге мы наконец-то приняли решение и заказали себе вкуснятин. Я заказала себе вот такой напиток, лимонад, тропический, тут манго, все прелести, очень вкусно. А вот и наше меню. Принесли очень быстро все. Турчаночка, наша подружка, заказала себе бургер. Девочки и я заказали вот курицу в кисло-сладком соусе. Многие, вот это вот салат омега. А там дальше салат с рыбой и гречкой. Все было очень вкусно. Блюдо где-то стоит мое, наверное, до 60-70 лир. Соки в пределах от 25 до 40. Но спиртные здесь очень дорого. Мы перешли в это. А куда можно выкинуть стакан? Ресторан. Посмотрим, что здесь, потому что там нам не понравилось. Перешли сюда. Сумку. И в том ресторане нам не понравилось. Почему? Потому что там было очень мало пространства и вообще не было площадки для танцев. И собралась одна молодежь, и была такая скучная обстановка. Мы перешли в другой. Хорошо, что с нами была турчанка-подружка, и она нас привела вот в это такое красивое, эффектное место. Посмотрите, какие девочки здесь, турчаночки, танцуют. Это дети очень богатых людей. И у них на столе виски, шампанское, водка. А это вы сами знаете, как дорого стоит. Ну, у нас уже был заказан столик. Мы, значит, заказали себе водку, коктейль из водки и с соком. Музыка, конечно, была настолько громко, что мы не слышали сами себя. Ну, а как мы провели время, вы смотрите дальше. За все этот, за весь этот стол мы заплатили 1600 рублей, лир. Конечно, мне кажется, дорого, но... Другого веселого такого места мы больше не нашли на тот вечер в Мельсине. А вы смотрите дальше. Приятного вам просмотра. Ставьте лайки, пишите комментарии.
Возвращаемся домой, наплясались, натанцевались. Сегодня мы отмечали, если кто из вас не знает, 3 месяца, как создали клуб лучшей жизни Мерсине. Девочкам очень понравилось, мы так вообще без мужей наших никогда не ходили, просто оторвались по-женски. И поем русские песни Королевой и других авторов. Всем пока, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.